Тревожный звонок на номер службы спасения поступил от дежурного школы. Уже через несколько минут на место прибыли пожарные расчеты. Силы и средства были высланы по повышенному номеру сложности. В преддверии нового учебного года подразделение МЧС России ежегодно проводит учения в образовательных учреждениях. В Орле учебная тренировка прошла на базе открытой в прошлом году 52-й школы. Все действующие нормативно-правовые акты в области пожарной безопасности в данной школе выполнены. Пути эвакуации в хорошем состоянии. Очагом условного возгорания стал актовый зал на втором этаже. Площадь горения составила более 100 квадратных метров. Отработка способов спасения – одна из главных задач учений. При пожарах в зданиях с коридорной или галерейной планировкой, как, например, в этой школе, огонь быстро распространяется по всему этажу. Так, по легенде, случилось и в этот раз. Люди внутри здания были оперативно эвакуированы. В результате сильного задымления в классе на втором этаже оказались заблокированы люди. Чтобы их спасти, было развернуто пневматическое прыжковое спасательное устройство. Оно предназначено для спасения людей с высоты до 20 метров. Также использовалось сегодня в наших пожаротактических учениях это альпинистское снаряжение, которое использовалось прыжково-спасательная служба техногенная. То есть по косой переправе, соответственно, производилась эвакуация пострадавших. В частности, это был сегодня у нас ребенок. Был спасен. По завершении учений с преподавательским составом школы был проведен инструктаж по правилам пользования первичными средствами пожаротушения. 1 сентября спасатели вновь прибудут в школу «Орла», чтобы провести уроки безопасности и напомнить жизненно важные правила. Ксения Туркова при содействии пресс-службы МЧС.